Так, всем привет, с вами 5p74. Разобравшись с этими уродами, которые убили нас в прошлый раз, продолжаем. Так, и что же нам предстоит сделать? Остановить подачу энергии к лифту, найти комнату фотографа. Так, аптека. Где-то вроде... О, господи! Черт, здесь даже дикие девушки обитают. Черт! Блин, я даже не заметил свою жизнь. Блин, надо было хоть сохраниться. Ну да ладно. Нам один хрен сюда не надо. Справились без проблем второй раз. Но впредь надо аккуратнее, аккуратнее, говорю еще раз, если... Да что ж такое-то? Напаруйся уже, блин. Не торопись. О, господи. Неудобно эта вещь, топор. Да вообще все оружие здесь какое-то тяжело так, блин. Убивать мне с одного удара. Господи. Чувствую, этих файлов вы видите еще не раз, блин. Черт, да, электрошокер, я всегда про него забываю. Ну почему? Вообще, надо поисследовать комнаты. Возможно, я здесь уже ходил. И здесь тоже. Так, аптека, отлично. Очень жалко, скромный инвентарь, скромный. Так, опять топор. Куда мы вышли? Что за места? Лифт. Черт. Кажется, я запутался. Ненавижу. У меня такое ощущение, я здесь был уже. Куда, мать вашу, идти? принципе, что это значит? Непонятно. Так, ладно. Надо выбираться отсюда. Вот лесенка. Сохраниться, чтобы потом не бегать, не искать. Ну что, что еще? Неужели он не пройдет? Что это такое? Наш детектив какой-то инвалид, кроме того, что он тут пинается, блин. Больше ничего делать не может. Что за бред? Куда мне идти? Больше некуда идти. Какого хрена там все перегородила эта тупая коляска? Опять что-то пропустил, что ли? Как я это все ненавижу. Ну почему? Зачем тогда сделали этот ход? Да черт побери, идти теперь. Написано же выход, ну что такое? Почему? Может, я что-то пропустил? Немного поплутать, дамы и господа. Наш, блин, супер детектив не знает, куда идти. Может, все-таки вниз, а не налево. Хотя я уже тут был, только, наверное, с другой стороны. Ни черта не помню. Ни карты, ни радара. Ничего. Блин, я прошелся по кругу. Кнопка не выделяется. На ее ногой. Где пистолет был? А, это, наверное, мой пистолет. Черт, ребята, я не знаю. Придется поплутать немного. Все, извиняюсь, я опять пропустил. Рычаг. А, лифт заработал. Все нормально. Чертов рычаг. Почему я его вечно не замечаю? Третий этаж. Значит, нам только остается на третий ехать. Ну давайте проедемся с ветерком хоть немного. Черт, но ничего хорошего я не предвещаю. Выключу пока фонарь, не знаю, как лучше так. Нет, черт, без фонаря хуже гораздо. Птица. То, что надо. Правда, я не совсем понимаю, что нам дадут. Кто здесь, мать вашу? Очередной маньяк. Господи, боже мой. Так же и обделаться можно. Черт, ненавижу двери, ненавижу. Ну, вижу столько дверей. Это я еще по игре Resident Evil говорил. Лом, где его найдешь теперь? Что такое? Умри, сволочь! Почему он на меня отрубает конечности, я не знаю там. О, господи! А! Быстрее, 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 пока он не очнулся. Умри, скотина! Господи. Сколько патронов? 6 патронов, отлично. Так. Аптека, аптека. Где я видел аптеку? Быстро лечиться. Только меня тут не пришибли. Черт, реально сердце чуть не остановилось. Все так неожиданно происходит. Кто здесь? Я опять заплутал. Кувалда. Неужели опять что-то пробивать? Не хочу бросать дробовик, не хочу. Инвентарь, конечно, жуткий здесь. Так, опять разлитый проявитель. Так. Черт, у меня такое ощущение, как будто сзади кто-то крадется. Господи, что там? что я ищу. Вырезка обычного образца из поверхности. Похоже, на полу протянули тяжелый объект. Что теперь делать? Сдвинуть шкаф. Здесь, черт возьми, творится. Что это за... Я должен сфотографировать. Совпадают с найденными раньше, но у меня ничего нет. Местная полиция, ФБР, ОНБ, база данных Патриот, Интерпол. Ни одной записи. Я буду искать дальше. Давай, давай, ищи. А мы пойдем дальше. Черт, я ненавижу эти моменты. нашел, кажется. Просто надо было постараться все захватить. О, господи. Передается снимок. Интересно. Из первого сканирования видно 18 вырезок из газет, 11 из нашего вечернего выпуска, 7 из газет ближайшей группы. Одна тема – серийные убийцы. Большинство из них отличаются, но все это дела, над которыми вы работали. Кто-то делал пометки черным фломастером. Нужно проанализировать пометки. Может, мы сможем понять, что они означают. Кто-то начал буянить. Что это, черт возьми, было? Быстрее за ним. Стой, сволочь! Ладно, охоту за подозреваемым мы продолжим в следующей части. Простите, что так долго тупил над уликами, искал выход. Но в этой темноте и вообще без карты, конечно, тяжело довольно-таки разобраться. Увидимся в следующей части. С вами был 580.